Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Сегодня уличный стиль является одним из самых востребованных направлений фэшн-индустрии, который постоянно подвергается изменениям и совершенствуется. Главный девиз – выбирайте вещи, которые вам нравятся. Создавайте индивидуальные образы и подчеркивайте свой безупречный вкус. Но не забывайте про чувство меры. Это залог стильного образа. По общему мнению, уличный стиль подходит всем женщинам без ограничений. Уличная мода представляет собой разнообразие фасонов и сочетание оригинальных цветовых решений, которые комбинируют элементы других схожих стилей. Именно бежевый цвет соответствует всем дамам. Он подходит для создания деловых, вечерних и повседневных образов. Если вы решили создать образ в уличном стиле, то бежевый в обычных вещах позволит омолодиться на несколько лет. Например, сочетание свободных брюк, вязаной кофты и стильной безрукавки. Или свитера оверсайз и классические прямые джинсы. Это простые, но в то же время стильные образы. Стильный оверсайз – это писк моды весны. И дамам не стоит от него отказываться. Объемное пальто, свободные костюмы и брюки позволяют женщинам чувствовать себя очень комфортно и привлекательно. Не бойтесь слишком широкого фасона. Именно за счет этой изюминки ваша хрупкая фигура будет выглядеть еще более женственно. Без женственных платьев модницам в этом сезоне точно не обойтись. И таким нарядом точно найдется место и в свободном уличном стиле. Главное отличие таких платьев – они не утягивают фигуру и выполнены из трикотажа или других более свободных тканей. Уличный стиль – это свобода выбора и полет фантазии. Главное правило стильного образа – это гармоничность и индивидуальность. Создав образ в этом стиле, вы будете чувствовать себя комфортно и выглядеть великолепно. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!